Так, всем доброе утро. Меня зовут Алексей. Сегодня мы будем играть в очередной хоррор. Давайте посмотрим, что для нас здесь приготовили. Так, открыли прутья. Чуть-чуть. Сильно. Вот так. Так, что у нас тут есть по настройкам? Язык. Русский поставим. Хорошо, хоть не нужно перезагружать. Субтитры. Видео тут ничего нет. Ну, все вроде. Блин, сбил. Удивительно, что даже русский есть. Поехали. Не успел прочитать. You never know how lucky you are when you have the perfect life. Everything seems to be taken for granted. Кто там нарисован? Семья, наверное. Eventually your past life feels like a distant dream. A movie you saw a long time ago. О, чувак, ты не дурак выпить? Ты же перестаешь быть собой. Так ты пить завязывай. Что там написано? Видно 22 число. Я управлять пока не могу. Он сам едет. I'm gonna break up with Diane. It's happening tonight. Вот, ну, ой, как медленно-то. А чё? Так, а других настроек тут нет. Управление. Чувствительность. Давай чуть-чуть повысим. Ну-ка. Вот так. Так. Бег, движение. Меню пауза, смотреть цели, бросок действия. Так, ну судя по всему, стрельбы здесь не будет. Так, ну еще чуть больше добавим.
Так, бегать умеет, это хорошо. Как, кстати, выходные проходят у кого? А, действие Б бросать. Кого бросать? Вот ничего не видно. Камень сюда бросить или что? Так я камень еще не нашел. Так, у нас зовут зверь. Давайте глянем. Тут есть что-нибудь. А, так это какая-то гостиница, судя по всему, да? Ну, надо думать, да. Надо думать, да. Ну, нам, судя по тому, по всему, туда, где играет музыка. Они по-любому все заперты, кроме той, что нам нужна. Это что, лезть? Посмотрим, посмотрим. Так, наверное, давайте света чуть добавим. В прошлом хорроре мы ходили носом во все стены, тыкались. Это не очень хорошо. Хотя с таким получается слишком белое все. Ничего нет. Я надеюсь, в этой игре будет фонарик. Я, честно говоря, выбрал ее по двум причинам. Во-первых, она висела долго в рекомендуемых. А во-вторых, на нее какие-то смешанные отзывы. На одних сайтах все в восторге, а на других она еле-еле дотягивает до 5 баллов из 10. Какой объект нужно поднять? Вот этот. Чемодан. Чемоданом без надо просто. Типа мы приехали. Так. Роджер Дэвис, Компас 4, Дэн. А нам-то кто нужен? Найти да, Диану. Ага, Диану. Так, на всякий случай, Диана. Так, комната 2. Заехала в 6:30 вечера. Комната 2. Ну хорошо. Объект может быть осмотрен. Да как он может быть осмотрен? Тут ничего не видно. Так. Так, ладно, гамму возвращаем, но он не помогает. Только хуже выглядит. Все, давайте вот так. Давайте, ё-моё.
Вот неудобно, что на Б нет возврата, надо клацать по всем этим мушкам. Ну хорошо. Тут что-то есть. Ничего не понятно. Так, давайте еще раз. Выходим вот так. Заходим. Это дверь, через которую мы зашли. Так, это стена, надо думать. Он не удаляется. В бок некуда. А здесь. Мы уже далеко ушли или мы стоим на месте? Я в этой темноте ничего понять не могу. О, что это? Чемодан? Нам не надо. Это блестит. Непонятно. Ладно. Все равно ничего не видно. Может быть, вернемся сюда, когда у нас будет фонарик. Идемте искать комнату 2, да, ты думаем? Комнату 2, да. Shocking service. Так, он же вообще тыкается туда. Или тут номера написано? Это 3. Это 1. Не понял. 1. А, вот 2. Вероятно, нам тут где-то надо найти ключ. Но ключ не должен быть далеко. Неужели там в потемках надо искать ключ? Как мы его там найдем? Ну да, комната 2 в 6:30. Как тут в потьмах? Где этот вход? Сейчас еще раз позвонить. Так никто и не пойдет, да? Так, это что, это бабочка? А, это сумка. Мы же сами ее поставили. Кресло. Все, да,
ничего нет. Ну, зашли мы сюда. О. Это не открывается. Ну, ключи обычно висят вот здесь. Вот, ничего нет. Ну, в потемках мы тут что найдем-то? Свет тут не включается, но где? Конечно, дверь закрыли. Что это? Что это? Теперь пройти не могу. Убери эту штуку, поднимай. Застрял. Швабра, судя по всему. Не, ну, может, можно осмотреть. А что тут осматривать? Твою дивизию, все это время здесь был свет. Эдди, я пыталась до тебя дозвониться, но сигнала не было. Ты, думаю, доберешься сюда только через несколько часов. Так что я собираюсь немного вздремнуть. Ключ будет под ковриком. С нетерпением жду нашей встречи. Ах да, я в комнате номер 2. Да это мы уже поняли. А, то есть комнатушка тут небольшая. Схватили мы, надо думать, вот это. Так, надо запомнить, что красный глаз — это свет. Телевизор не включается. Нижний ящик открывается. Что там? Там ничего нет. Тут тоже. Ладно, надо искать, значит, красные глазки. Ключ под ковриком, она говорит. Комната номер 2. Ключ. Использовал ключ. А ее здесь нет. Там записочка лежит. Телевизор, показывающий одну картинку. Ничего не лежит. Тут тоже ничего не удивит. Да, нам тоже интересно. Она бы не смогла оставить ключ под ковриком, если бы была снаружи. Где красный глазок? Звонит телефон. Пойдемте отвечать. Где он? Чё? Ты кто? Смотри, тоже ничего нет. Ну, сейчас прочитаем записочку. Я ее увидел сразу, но решил сначала осмотреться. Буквально вот, как зашел, сразу она блестела. Так, исчезновение в ночи. Майкл Ридли – это уже четвертый случай загадочного исчезновения. Так же, как и в предыдущих случаях, одежда мистера Ридли была найдена в луже крови. Шериф Мэтьюс настоятельно просит всех жителей Тормонта с наступлением темноты оставаться в своих домах. Спасибо.
Видите Диану в комнате номер 2. Не нашли ее здесь, нет. Так, приседать он не может. Тут мы все посмотрели, это что? Тут ничего нет. Телевизор выключил кто-то. Он не просто выключил, там кто-то на нас смотрит. Ха! А кто это? Мусорка нам нужна. Тут ничего нет. Тут ничего нет. Табуретку подставим, чтобы не мешало. Так, ну тут ничего нет. Свет. Телеки на нас еще смотрят. С этой стороны нет светильника, да? Нету. Да, вон два глаза вижу, пришло. Кто-то смотрит. Но сделать мы с этим ничего не можем. Так. Мы здесь должны что-то найти, судя по всему. Туда мы зайти не можем. Оно закрыто, значит, через окно она не сбегала. Дверь больше не открывается, не закрывается. Здесь ничего не берется. Здесь тоже. Так, ванна — бесполезное помещение. Мы вроде все обшарили. Ничего нет. Ничего нет. Ну, прочитали, тут можно листать. Нет, листать нельзя. Пойдемте на улицу, чё. Ага. Следует за машиной пешком. Вы что, сдурели? Great. What do I do now? Diane's not here. This place is empty. Отправиться в Дермонт. А где он? Чё толку нам пёхом тут бегать? А, надо было привязываться, пристегиваться. Ну, правда, плохо, что... Давайте на свету, хорошо. Я на свету. Что дальше? Туда мы не залезем? А то же... Hello? Shit. Why are they holding an axe? Так, я подозреваю, туда мы не можем назад, идти назад. Ха. Тут мы перелезть не можем. Тут тоже. Вот и все. Первая смерть есть. Кто находится? Tell the tree,
Так мы это уже все сделали. Второй, крыска, коврик и так далее. Well, that was shocking service. А, так это он просто нам сказал. Тоже все. Да, это мы уже... Тут нам делать нечего. Так, оставайтесь на свету. Но мы уже не можем стоять там вечно, правильно? Что произошло? Мужик упал со столба. Так, я понял. Назад нельзя, вперед нельзя. На машине можно покататься? Судя по всему, нет. Странно. Дармонт, 13 километров. Вы дайте хоть велосипед. Горит. My car is wrecked. What happened to the driver? Ну, в багажнике ничего не было. Для нас полезного. There's a house. Maybe they can help me get to Dormont. Ну конечно, самое время лезть в какой-то темный непонятный дом. Что это фара светится? That light is probably Dormont. We need the sunflower fields. It's so dark. Если бы подсолнуховое поле было следите там, я к вам не пойду. Что с тобой? Сам дверь закрыл и пыхаешь тут. Свет включен. Еще свет есть, нету. Записочка. Записочки в таких играх самое главное. Что пишут? Я прошу беззакония их и грехов, а уже не вас помяну более. Евреям 8.13. Ну, простите, простите, пожалуйста. А куда она там полетела? Чайничек. Ой, ванили. Ванили-то так без... Зараза, свет вон у нас где включается. Нет. Слушай, ты взрослый мужик, ты чё так темноты боишься? А кто вот эти призраки? Нам расскажут, я надеюсь. Чемоданчики, чемоданчики. Так, опять табуретка тут стоит. Постой здесь. Музыка такая пошла напряженная. В холодильнике есть что? Ну вот, а покушать хотелось. Ну вообще да, как бы. А. Он стоит, смотрите на него. Свет включили, он исчез. Ну, допустим, мы не тут еще не все обыскали. Тузик заперто.
там в туалете кто-то сидит. Ну, не будем мешать. Уже ничего не открывается. Книжечки, что ты читаешь? А, тут целая семья, что вы читаете? Эх, непонятно написано. Так, газетка. Ну, как ее прочесть? Так, не понял. Подсвечена, а чего она не берется-то? Прыгнуть нельзя. Так, это странно. Надо попасть. Не очень удобно. Но, с другой стороны, это Индия, игра. Что тут поделать? Трагическое происшествие. Тело 13-летней девочки было найдено неподалеку от лесопилки. Предположительно, пострадавшая съехала с велосипедной дорожки и упала. Власти заявляют, что произошел несчастный случай, не требующий дальнейшего расследования. Властям виднее. Тут. Так, что тут есть? Второй этаж. Есть, а тут же есть. О. А, вот, а что? Для кого это что-то? Что там написано? They won't take me. Они хотят прикоснуться ко мне. Ну, хотят так хотят, что. Может, там симпатичный кто живет. В раковине ничего нет. Так, а что тогда здесь за запертая комната? Я думал, это тубзик. А это, наверное, подвал. Так, мы прошли. Почему здесь свет выключен? Гляньте, появляется, стоит. То есть их. А кто нам про свет-то говорит? По телефону, потом в ухо прошептал. Наверх нельзя, получается. Это надо как-то наверху сначала свет включить. Ну ладно, идем сразу. Да ладно, не кряхти, мы уже это все делали. Ну тут записка, мы ее читали. Так. Оп, есть. Свет. Там он стоит, целая толпа. Включим свет. Тут есть свет. О, он стоит, да, глаза вижу. Все не стоит. Так, вот тут где-то на краешек, да? Да, вот это, кстати, неудобно. Что нужно попадать именно на краешек. Так, так, это мы читали. 13-летняя девочка погибла там. В лесопилке. Власти считают, что расследовать не нужно. Так, тут закрыто. Ага. Ну, это мы тоже видели. Ну, сейчас он что-нибудь скажет. So many pills on the sink. Did someone overdose on them? Так, ну остался тут только второй этаж. Ну тут непонятно. Только мы подходим к дверям, они на нас нападают. Выключателей я здесь не вижу. Давайте пока сходим на улицу, посмотрим. Может, там какой-нибудь генератор есть.
Чего ты кряхтишь? Не кряхти. Не надо уже. О, дверь заколочена. Ой. Туда. А тут что-то было. Так, ну, видимо. Туда нам нельзя. Вот это что? Что мы включили? Мы его включили в свет сарая. Осветим поле там, осветим. Только как? Ага. Ключ. Подобран ключ от гаража. Хорошо. Слушайте, ну, даже если мы выкатим машину, она нам на 13 километров не осветит поле. Назад на свет. Плохо ему в темноте становится. Опять плохо. Ладно. Ключ от гаража. А это не гараж, это. А ну-ка. Появились там эти товарищи? Да, вон стоят. Вон стоят. Интересно, на сколько часов эта игра? Ну, мне что-то подсказывает, что за один присест мы ее не пройдем. Так, ладно, в том доме. Там вон товарищи стоят. Они уже дважды били нас по голове. Так, стоп. А мы же заходили через эту дверь. Разве нет? Разве да, мы через нее зашли? Вопрос. Кто ее заколотил? Так, ну тут нам явно не надо. Назад. Все, успокойся, не нервничай. Заперто. А, ну так это спуск в гараж, наверное. Ага. Сначала свет. Да. Тут ничего нет. Розетка. Топор. Ну что, нет, гаечный ключ. Слушай, интересно, ему просто страшно становится, он помирает, или его правда кто-то топором бьет? И плюс, мы еще можем бросать предметы, значит, кого-то мы... Стиральная машинка в гараже. Да, есть самое место здесь. Не, ну положим, сейчас мы откроем ворота. Но предохранитель должен быть здесь, это же очевидно. Вот он. Ага. У стиральной машинки ничего нет. Удивительно. А как открыть двери?
Он сказал, они автоматические. Значит. Не, ну автоматические это автоматические, но тут же должна быть. Это дверь та. Тут же должно быть что-то, что их открывает. Или они ж. Хотя, может, по радио метки открываются. Ладно, не будем здесь долго ковыряться. Пойдем назад. Пока все вроде очевидно. На первый взгляд вроде все очевидно. Бежим, 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 бежим. А что это за мол свет? Потух? Нет, горит. Ну, на то она и это. Хороший вопрос. Мы только что были в поле. Почему теперь мы под водой? Вашего знакомства. Интересно. Если ты женат на Андреа, почему мы ищем Диану? Почему такое ощущение, как будто мы идем по дну морскому? Тут даже камыши есть. Те камыши. О-о-о. Доигрались. Доигрались. Там что-то горит. Пойдемте посмотрим. Что это? Ой-ой-ой. Что с ними случилось? Ну тут мы уже не пройдем. Это очевидно. Значит, здесь просто кто-то что-то поджег. А нам все-таки туда направо. Ну, это хорошо, что мы зашли сюда, иначе бы попустили такую фотографию. Там мама с ребенком убирают. Я просто на всякий случай хожу кругами, чтобы ничего не пропустить. Хотя, зная меня, по-любому что-нибудь пропустить. Ой, ну луна там или фонарь, чего, не знаешь, как это бывает, что ли. Все в дыму. Кто-то шепчет мне, нет, нет, нет. Дверь, что за дверь? Запертая дверь. Интересненько. Что-то горит. Так, дверь как мы к ней прошли потом, чтобы не заблудиться. А вот мы отсюда вышли и идем теперь прямо чуть правее. Вижу
вижу вон там что-то светится зеленым. Он опять погорелец. Игрушка. Заяц, да, заяц. Заберем. Принадлежал. Ну, зачем поджег? Блин, такой кролик сгорел. А кролики, это, между прочим, не только ценный мех, но еще и 3-4 килограмма мяса. Ну, идем к дверям, у нас никогда не остается. А нет, тут еще что-то. Нет, это фундамент, скорее всего. Фундамент какого-то дома. Ага, дверь открыта. Она с какой стороны? С этой? Видимо, да. Пока не очень понятно. Пока не очень понятно, что здесь происходит. Ребята, я не хочу с вами связываться. Так, значит, подождите, точно. Знаки у нас не в километрах, а в милях. А 2 мили это 3,2 километра. Там темно. А тут эти товарищи с синими глазами стоят. Я очень здесь. О! Ой-ой! Чего это у вас так много? Машина, можно мне в машину, я поеду. I can't get to the door handle. Feels like something is wrapped around the car. Смеешься, что ли? I can't get to the door handle. Вот она, ручка. Feels like something is wrapped around the car. Что предлагаете за окно лезть? Очевидно, очевидно, что нам надо внутрь. Что дальше? Дальше тоже подсвечивается. 3 мили там даже. Это 3 мили, это сколько у нас? Значит, почти 5 километров. Это далековато. Так, ну товарищи меня туда явно не пустят. Правильно? What do you people want? Не пустят? Да, не пустят. Я чисто на проверку сходил. White light. Ну а кто же еще? Давай вперед, вперед. Не тормози, вперед. I remember passing through here. Dormont is just a couple of miles down the road. Так, они нас туда не пустят. Если мне хотели что-то кинуть. Так. Тяжелое. Это давай поменьше, что мы возьмем. Вот это. А ну, в бубен ему. А? Не долетает. Надо что-нибудь помельче. Газ сегодня. Вот это можно взять? Нельзя. Туда, говорит. Так туда не пройти. Автосервис, последний шанс. С этой стороны тоже эти товарищи. Значит, бочка не слишком тяжелая. Смотрите вам. Так, ну. I can't get to the door handle. Feels like something is wrapped on the car. Топор бы нам. Топор. Ну, дверь задняя. Она явно. Так, ну тогда нам надо включить вот этот цвет этих товарищей же загнать. Там есть еще свет?
Поджечь бензин. Нет. А вот тут что-то есть. Что там дорога посвеченная. Интересное кино. Что летает? И что нам это дало? Дверь как не открывалась, так и не открывается. Так, вероятно, нам не надо ломиться сразу. А, так это, наверное, задний вход сюда же. Правильно? Нет. Обойти с другой стороны. Car's completely covered with ivy. То есть у нас тут две линии времени. Так, если мы зайдем, нас перенесет обратно. Ну зато тут никого нет. Тихо. Увидел. Это одно и то же, что. How random finding this here. Just what I need. Зачем он нам? Let's try this. It's too rusty. It won't budge. А, вот это заморочка. Типа мы из одного времени в другое вернулись. Сняли пестициды с неё. Door handle stuck. Да ладно. А эту? Нет. Блин. Как же сложно. Somehow this feels too heavy. Somehow this feels too heavy. И как тогда ее подвинуть? То есть они там будут стоять, пока у нас щит не уберется. Так, ну. В прошлом мы его брать или в будущем? Так, если мы в прошлом, то будущее, то не совсем понятно, как это работает. Не совсем понятно. Ну точно, как мы предполагаем. Свет, свет, свет. Оп. Так это всего-навсего туалет, чем мы сюда зашли. Damn, the rear of the station is too dark. Так, хорошо. Christmas lights. Ура! Записочка. Что пишут? Боб, ключ в почтовом ящике. Где почтовый ящик? Блин. Почтовый ящик. Ну не говорите, что он с той стороны.
Корзина мусора. Ну почтовый ящик по логике вещей должен быть спереди. Нет, хотя мы близко не подойдем. Так, ну может быть там опять надо в прошлое, я не вижу тут никакого почтового ящика. Ладно, не в прошлое, а куда-то в параллельный мир, судя по всему. Эй, что случилось? Только не говорите, что произошло. Just a couple of miles down the road. Так, а почтовый ящик, кстати, где? I can't get to the door handle. Feels like only I could pass through them. Hopefully I can find help inside the gas station. Я-то, собственно, я тут ничего не делал. Почтовых ящиков там, например, ничего тут нет. Ну, не видно, по крайней мере. Ладно. Это сразу отодвигаем. Еще нам два раза. За ним же нет почтовых ящиков, только мусорка. Ну и пестицидами обрабатываем. Так, и по сути мы вернулись к тому, с чего начали. Сейчас включаем фары, включаем гирлянду. И остается вопрос, где найти почтовый ящик? О, стоит. Christmas lights. Да. Нашел в почтовом ящике. Там. Блин, только не сначала. Нельзя сохранять игру никак. White light. Did it bring me here? Нельзя. Ой, ладно. Это очень долго. Вот почтовый ящик. Есть. Отлично. Так, сюда. Сюда. Появилось? Не появилось. Сюда. Закрыло. Не появилось. Заходим сюда. И теперь появилось. И теперь появилось. Так, да, скриптовые вещи. Может, прям как это в модели промахнуть. Так, отодвигаем эту штуку. Упала и упала. Летает, не мешает нам. Пестициды берем. Да, они тебе нужны, мы знаем. Поливаем машину пестицидами.
Спалили машину пестицидами. А, и теперь же нам назад. А, фары же надо включить, точно. Побежал раньше времени. Оп, все. Так, так, так. Отстоит красавчика. Глазами мельчишит. Оп. 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 Так, ключ мы уже подобрали. Ключ в почтовом ящике. Так, интересно, вот теперь тут есть почтовый ящик? Да, вот он стоит. Я искал его на заправке, он был через дорогу. Ну, не важно, он у нас уже есть. Заходим внутрь. Hello? Anyone here? Ну да, мы же не видели снаружи, что тут никого нет. Так, ну давайте послушаем чудесную музыку и немножко отдохнем. Сделаем перерыв на 3 минуты. Prescription, make my heart free. Ooh.
just don't care. There's a feeling in me that I can't control. It's a type of sorrow. Ну так, музыку послушали, можно идти дальше. Так, проверяем чемоданчики, ящички, о, зажигалка, отлично. Да ну подпиши, зачем она тебе прямо сейчас? Мы еще не все чемоданчики обыскали. Да, самое верное решение — подойти к газовому баллону с зажигалкой. Они что, повыключали? Заказал еще оборудование новое на следующей неделе. Ну, я надеюсь, что... Hi. I thought you were one of them. Who are you? Are you all right? Possibly, but I don't feel alone. My name is Annika. I'm Edward. Nice to meet you, Annika. Anyone else with you? You need to go. Mother is coming. What? Your mother is here? No time for questions. You need to leave. Okay. Why? I can't just leave you here. Ты меня увидишь позже. В ее играет. Так вот, надеюсь, что хотя бы к следующим выходным уже все довезут. И у нас будет стрим уже с вебкой и с микрофоном. Микрофон на самом деле хороший, вчера уже привезли. Ну, просто я его пока не подключаю. Бегу. Куда? Это так, что у меня точно такой же вопрос. Какого фига происходит? Куда-то удрали. Ты ее все время держал в руках, как ты ее потерял? Так, туда нельзя, понятненько. Не блокировать это окно. Тут нет никакого окна. Ой, ребята, это вы? Не-не-не, я с вами дружить не хочу. Вы меня топорами кидаетесь. Ну или что там у вас? Туда тоже не пройти. Ну, остается только внутрь. Hello? Anyone? Damn, no one's here either. Where is everyone? Музыка классная. Тин-тин-тин. Исчезновения продолжаются. Жители Тормонта охвачены страхом. Еще один горожанин исчез без следа. Ллойда Элдриджа, 62 года. В последний раз видели живым на почте во второй половине дня. Помощники шерифа и волонтеры обыскали окружающие леса, но ничего не нашли. Неофициальный источник сообщает, что в то же время возле почты была замечена группа людей со светящимися глазами. Вон она стоит на улице. На просьбу прокомментировать данное заявление шериф Мэтью сказал, что горожанам не о чем тревожиться. И добавил, что сказки про призраков для детей. Ну да, ну да. А кто у нас вот там? Вон они. Нету фонарик. Вон. Вот это вот кто? Что им надо-то вообще? Выключить можно? Или погромче сделать? Кстати, продолжаю занятия на гитаре. Как
нормально что-нибудь сочиню. Придумаю. Что это? Заставку перед началом стрима буду ставить. Конечно, в спешке. Бутеры даже не наскушанные. Так, а что нам известно на данный момент? Нам известно, что у главного героя когда-то была семья. Если точнее, то жена и дочь. А, вот. И любовница, с которой он ехал расстаться, как раз. Что случилось с женой и дочерью, пока не ясно. Может быть, они просто развелись, а может, что-то более страшное. Ну, будем надеяться, что просто развелись. Он решил бросить любовницу и вернуться к жене, вернуться в семью. А правильно, детей бросать ни в коем случае нельзя. Бартов Рогас, август 2017-го. Кто бы это ни был. Ну, судя по фотке, наверное, один из разработчиков. Угу, записочка. Я не хочу, чтобы кто-то шел домой один посреди ночи, пока это дело с исчезновениями не разрешится. Запирай дверь, когда закрываешь закусочную, и звони, если надо будет тебя подвезти. Джефф. Это ты, что ли? Нет. Ну, в целом-то правильно. Если объявилось что-то или кто-то, что кошмарит людей на улицах, по одному ходить ни в коем случае нельзя. Вот наш главный герой не шибко умный, судя по всему. Хотя, с другой стороны, ему сейчас и деваться некуда. Приехал он в гостиницу, расстался с любовницей, а там ее нет. Что это было? А, дверь закрылась. Ну, может быть, это кофейня. Хотя нет, еда на столе он есть. Но опять же, закусочная. Все вот эти придорожные закусочные имеют свой какой-то шарм. Главное... Главное, чтобы они соблюдали санно-нормы. Потому что мало ли что. Там сирена какая-то. Ограбление библиотеки. Множество рисунков и других предметов искусства были украдены из Дермонтской библиотеки прошлой ночью. Официальный источник утверждает, что форы проникли с помощью пожарной лестницы. На вопрос, есть ли органов, подозреваемые в данном преступлении, шериф Мэтьюс отказался давать комментарии. Я начинаю подозревать, что шериф Мэтьюс каким-то... Ой... Ой, ребята. Каким-то образом шериф Мэтьюс здесь замешан. Понятно, что городок маленький. Так. А что мне надо? Генератор теперь завести. Говорите, что тут... Нет, тут свет есть. Не, ну судя по звуку, взорвалась лампочка. Генератор нам ничем не поможет. Как вы туда залазили? Ну, в общем, это не наше дело. Залазили. Так, второй момент, который тут интересен достаточно. Мы то ли во времени скачем, то ли между измерениями. Проходя через светящиеся двери, мы оказываемся
в том же самом месте, но оно выглядит немножко иначе. I need to get to the library. There has to be someone there, but I need to get to the rooftop first. Класс, а как это сделать? О, машина появилась. Она тут и стояла. Но мы сильно к товарищам подходить не будем. А кто давит на педальку тормоза? Там кто-то есть, выходи. Там нету никого. Вот это вот ляп. Ляп на самом деле. Габариты горят, ладно. Поверю, что кто-то забыл выключить свет. Но вот это сверху, это дополнительный стоп-сигнал. Он загорается только если давить на педальку. Соответственно, кто-то должен на нее давить. Коробочки всякие. Так, ну я не думаю, что нам надо разгребать всю эту мусорку. Или надо? Давайте разгребем. Чего тут? А, ну... Нет, это коробка. Нет, это не как. Это какое-то окно. А! Все, понял. Сейчас мы разгребем здесь окно. Вот, давайте коробку уберем. Она все равно не горит. И тут будет проникать свет через окно в то помещение, в которое мы не смогли попасть. Будет попадать свет, эти товарищи убегут. Ловите, это вам. Посмотрите, что внутри. Только ничего не воруйте. Если что-то ценное, верните назад. Обязательно верните. Я потом приду проверю. Ну, бочку можете не возвращать, зайдите на черме. Так, все, тут больше ничего не берется. Все не берется, не берется. Ну ладно, это все не берется. Хорошо, идем. Я-то сразу не понял про окно, оно оказывается внизу. Да. Вот, теперь комната освещается. Ой, они там по углам стоят все-таки. Но я так понимаю, по углам нам не надо там шоркаться. Нам надо, скорее всего, сюда. Ну, допустим. Ключ. Это от крыши. Ага. Ну, надо думать, от крыши. Но, с другой стороны, чего еще он может быть? В принципе, загадки не сильно сложные. Главное... Так, а тут темно, их тут нету. Или они поверх туры лазить не умеют. Скорее всего, нам вот сюда. Да. Ага. Это мы подсветили частично, подсветили путь в библиотеку. Один тут фонарь. Ну, частично так частично. Так, там если что дёру дадим. There has to be someone in the library. I need to get inside that building.
мастеров. Так, напрямую в дверь мы не пройдем. Там опять... Ой, стой. Ты что такое? А как, если ты даже приседать не умеешь? Ага, вот тут, наверное, броски пригодятся. Лестница вон она. Валим! Валим! Не помогло. Ты что такое вообще? Ой, только не говорите, что придется отбегать сюда. Не придется. Где мое укрытие? Почему тут? Где мусорка? Доберемся. Где эта пожарная лестница? Вот в чем вопрос. Так, его надо как-то выманить. Как мы его выманим? Тут товарищи стоят. Тут можно что-нибудь подобрать? Нельзя. Окей. If only I could reach the fire escape stairs. Ну, а как до него добраться? Прыгать он не умеет. Заходи, дверь закрой. Фух. Фух. Успели. Я надеюсь, ничего мы там важного не пропустили. Исследуйте библиотеку. Так тут пожар. Огнетушитель надо искать. Заперто.
В общем, загадки понятны. Они тут из разряда что-то найти заперто. Заперто. Записочки здесь будут там внизу. Внизу темно, маловероятно, что нам туда надо. Так, ну логично. Товарищ ищет помощь. Он уже оказался в непонятной ситуации и ищет помощь. Так, ну отсюда мы пришли, верно? Нет, неверно. Ну или верно, но оно стало запертым. Ах, ну чё, коробочек не нужен. По пожарной лестнице мы поднялись. Ну вот тут свет горит, наверное, сюда. Нет. Ах. О, лестница. Ага. Это такая вращающаяся дверь, только она не вращается. Но у нас остается путь только в то помещение. Эти двери мы проверили, правильно? Заперто. Заперто. Единственное, куда мы можем попасть. Я аж испугался, думаю, что это такое здесь стоит. Ты меня напугал до полусмерти. Ты кто? Ты памятник. Ну, памятник так памятник. О, записочка. Души, как рисунки, иногда красный холст скрывает темную правду. Красивый холст. На самом деле... Картины. Две девочки. Это не нажимается, это нажимается. Ну, это мы сейчас нажмем, я видел ладошку. Пощупаем картинку, так сказать. Вот это поворот. А грохота-то сколько. Записочка. Год назад Дармонт был потрясен новостью о несчастном происшествии с Аникой Крейзью. Девочка упала со скалы, катаясь на велосипеде, недалеко от лесопилки. Аника покинула нас в юном возрасте, 13 лет. Мы искренне соболезнуем ее семье. Ого! Так мы это находили про... Дэд. Is this the same girl I just saw? Да, та самая девочка. Ну и что нам это дало? Кнопку можно забрать? Нет. Что-то открылось. Ну то есть мы просто нашли записку. Может, надо еще картины потыкать. Дверь не открывается. Это все бесполезно. Вот это лев тоже бесполезный. Статуэтка. Ну, то есть тут есть дверь, но она заперта. То есть ее... Так просто не откроешь. Хотя, может, у нас тут что-то открылось. Фух. Не, немножечко все-таки. Но в напряжении игра держит. Что здесь было? А, табуретка. Табуретка нас не волнует. Дверь закрыта, закрыта. Ну, поищем еще какие-нибудь. Вот эта дверь не стала открываться. Конечно, она открылась. Остальное все осталось запертым, правильно? То есть, мы про нее находили записку в доме. Вероятно, она там и жила. А потом говорит...
за мной идет мама, и мы еще увидимся, Эдвард. Хотя, судя по росту, она нифига не 13-летняя. Ну, то есть она играла в йо-йо, это как бы намекает на то, что это ребенок. Но выглядела она уже более-менее взрослой. Ты кто? How old was I? Annika, are you dead? How old? What does this mean? Угу, аж мороз по коже пробежал. Ничего, ничего, скоро поставлю вебку. Будете видеть, у меня тут мурашки размером с кулак по лбу пробежали. The candles are numbered. Свечи пронумерованы. Это да. То есть их, наверное, надо зажигать в таком порядке. Так, ноутбук нам не поможет. Ну, мы пока нашли только четвертую. Тут вроде ничего нет. Тут тоже никаких. Как он сюда попал? 8! А чем их поджигать? Это что? 6 1. Candle sets a light if I touch it. Один же там был, да? Мы ищем вторую. 2. Remember what I told you. А что ты сказала? Я забыл повторить, что ты сказала. Ты спросила, сколько тебе лет. 3. Они не тухнут? Или нет? Три, четвертая была тут. В какую сторону пошло это чучело? Не сюда. Четвертая где-то тут была. О, 4, да. Remember what I told you. А что ты, блин, сказала? Я не знаю. Так, нет, 6-ю надо осталось, 5-ю, 7-ю найти. Not you again. Это какая? 8-я. Ты идешь. Стоит что-нибудь. 7-я. 6-я вот тут. А это 5-я, да? Да. Вообще не в тему тут беготня это. Идем. Первая. Вторая. Remember what I told you. Третья. Если это твоя мама, то ты, наверное, сама спрыгнула с этого обрыва. Так они потухли. А нахрен с ним. Четвертая. 13. Сколько? 13. Так это сложить надо просто, поджечь эти номера.
где ты есть. 13 это, допустим, 6 плюс 7. 6. Блять, забыл, где 7. Remember what I told you. Да что ты сказал эту твою дивизию? Ты хочешь сказать, тут 13 случаев или первую и третью надо зажать? 13 что же. Ну, при сложении 13 не получится. Ну, может, 1-3 просто нарисовано. Третья. Maybe this will open that door. Какую, блин, дверь? Где проход вниз? Сюда повернется, да. Так, ну они. Сюда идет, зараза. Где спуск вниз? Вот это дверь, что ли? Нифига подобного. А, где я? Где я? Что я здесь делаю? Зачем я здесь? Да это понятно. That opened the door. Выходим. Черт, с два. I don't exist. Yet I'm here. Ну, хорошо, хоть не нападаешь. То есть тут как-то все связано с этой девочкой. Не, ну вот это не очевидно. Я бы складывал просто числа. А они сделали, что их надо было проэтовать. Я опять в этой штуке. Все поменялось, что ли? Дверь, окно. И эта штука. Твою налево. Иди отсюда. Иди отсюда, отстань от меня. Фу. А что здесь? Здесь что-то неясное. Что они тут делали? Это хороший вопрос. Картина криво висит.
Странно, странно, странно. Вполне вероятно. Дизах, демон мести, также известен как владыка тьмы. Происхождение Дизаха точно неизвестно. Одни писания утверждают, что он был падшим ангелом, другие говорят, что его создали в Авернусе, или в Авернусе, в адском краю, в нижнем мире. Его всегда привлекала несправедливость, особенно смерть невинных. Всякий раз, когда такое случалось, Дизах с огромным наслаждением принимался карать виновных, медленно играя с их чувствами, запирая их в замкнутом пространстве. Самое интересное, что не он судил виновных. Согласно писаниям, он всегда выбирал кого-то, кто определит их судьбу за него. Вот это интересно. То есть невиновными пока мы можем считать девочку. В 13 лет чего она могла-то там накосячить? Ничего. Ну, даже если она что-то и сотворила, то вряд ли это было со зла. Но тут больше ничего нет. Но вот тут что-то светится. Ага. Наверх уже. Не можем. Или можем? Можем. Ну, нам по-любому в ту дверь. Да, наверх уже бесполезно ходить. Нам по-любому в эту дверь, по-любому сюда. Она здесь появилась неспроста. Ой, ребята, и вы здесь. Guess I must go through the house. Ну, другого варианта нам не оставили. Самое главное, насколько главный герой все это философски воспринимает. Ну, типа, перекидывает его все время из одного места в другое. Это было нечестно. Перекидывает его из одного места в другого. Ну и ладно, чё уж там. Зашли в дверь в библиотеке, вышли на улицу посреди какого-то пустыря. И у нас тут есть какой-то дом. А второй выключатель. Так, понятно. Ну, не сильно понятно, но понятно. Интересно, если окажется, что девочка — это его дочь. У него тоже была дочь. И жена. Про жену. А вот это огромная жена. И типа мы виноваты в ее смерти, поэтому она охотится за нами. Тогда зачем нам девочка помогает? Или она решила... Типа так с нами поиграть, помогает, а потом хлобысь и приехали. Что тут? Да ладно, там, судя по всему, экспиха. Клацай кнопочки, сейчас взломаем. Там делов-то на 5 минут пароль на экспихе вскрыть. Ну вот, да, ну так вот и выглядело, по-моему. Ну, тут плохо видно. Но справа вот это вот окошко ввода пароля пользователя. А здесь просто было написано «Приветствую», когда она загружалась. И вскрыть ее, ну, я не буду рассказывать, как это делается. Мало ли, сейчас вон за VPN уже можно, публикацию настройки VPN можно подзаехать. А за раскрытие информации... Эть, блин, а где свет-то тут? Тут нету света. Ребята, я вот эту лампу туда занесу, вы не против?
против. Ладно, против так против. Чего драться? Ну сказали бы, выйди и прости нас, пожалуйста, мы заняты. Так, пароль же мы все уже не надо нам, да? Нет, надо еще. Ну, кто тебе? Мы бы вскрыли. Но разработчики не предусмотрели такую вещь. Да, с 1 марта, кстати говоря, публиковать статьи на стройках там за VPN нельзя. Ни в коем случае. Так, наверх тоже нельзя. И здесь, я так понимаю, выключателя нет. Есть. Оп. Пошли вон. Давайте я тут похожу. А тут есть. Я понял, что нам туда, к сэру, к этому надо сходить. Так. Ой, может тут есть что покушать? Мы так... Пицца. Давай пиццу съедим. Чего зря пропало-то? Съешь. Запертый ящик на кухне. Кто вообще на кухне ящики запирает? Для чего это делать? Я понимаю, там сейф. Запертый там какой-нибудь письменный стол. Где там могут лежать какие-то личные вещи. Но, блин, запирать ящики на кухне, там кроме ложек ничего нет. Так, что тут написано? Позвонить доктору. Блин, отражается. Какому-то доктору Вовику, видимо. Пусть будет Вовик, я плохо вижу, что там написано. О, тут что-то. Позвонить доктору Вовику. Ну, позвоним, что надо, позвоним. Марк, иди домой после школы. Мы хотим, чтобы ты был дома до наступления темноты. Я позвоню всем верам, чтобы проверить, дома ли ты папа. Тоже вопрос интересный. Чтобы прочитать эту записку, если, конечно, родители не ушли, пока Марк спал. А, это список покупок. Позвонить какому-то доктору Вовику. Вовику дальше сок, молоко, вафли, джем, фрукты, а также пиццу. А, кетчуп, а также пиццу. Ха-ха-ха, картинка прикольная. Типа мы с вилами, с топорами. А, и синие глаза, это вот. Я думал, это семья нарисована. Может, это и есть семья? За мной охотится какая-то семья? Ребята, если я вас сотру, где ластик? Бери, сотрем. Ладно. Цветочек, цветочек. Так, записку про мальчика мы прочитали. Тут заперто. О. Ну, смысл, смысл. Just the way I like it. Дымок идет. Тут не так давно кто-то был. О, пар. Black. Just the way I like it. Так, пей, что-то. Вот, вот тут семья прям любила пиццу, я смотрю. Ладно, на кухне мы больше ничего не нашли, кроме запертых ящиков. Так, тут была, судя по всему, какая-то борьба. No surprise. No one is here. Ого. Да тут прямо это... целый королевский зал для посиделок. Королевский зал для посиделок. Ну, в нем ничего нет. Ты и тут, судя по всему, не особо что-то есть. Рояль поиграть можно. Так это же рояль. Как пианино? Пианино маленькое, это рояль целый. Andrea wanted Rosie to learn how to play the piano. She would have been a great pianist.
пианино, оно же маленькое. Это рояль получается целый. Дорогие мистер и миссис Харрис, я пишу вам это письмо, дабы уведомить вас о посещаемости Марка. Марк пропустил 5 из 16 занятий за последние 4 недели. 4 недели, 16 занятий, что, по 4 занятия в неделю, что ли? Это как-то очень мало. Это означает, что его показатели отсутствия составляют 31%. Я прилагаю копию отчета посещаемости к письму, чтобы вы сами убедились. Частые прогулы негативно скажутся на успеваемости вашего сына. Прошу прощения. Поэтому я прошу вас позаботиться о том, чтобы в дальнейшем Марк посещал занятия регулярно. Я понимаю, что в прошлом году ему пришлось нелегко, но если он продолжит пропускать занятия, то не сможет улучшить свои оценки. Свяжитесь со мной, если захотите обсудить данную проблему. Искренне ваш, Сидни С. Фредерикс, директор школы. Молодец, директор. То есть мы вломились в чей-то дом, получается. Главное, ящики на кухне у них заперты. Поиграть не дают. А тут ничего нет. А, ключи назад. Нас сожрут тут. Ну ладно. За кого и пройти надо. Ух ты. Why is this door chained? There's no way I can open this with my bare hands. Why is this door chained? There's no way I can open this with my bare hands. Понял, понял, чего ты сразу начинаешься. Так, сюда не зайти может. Твою мать. Ой, я случайно. Блин, опять все сначала. It's locked out. Ну ладно, мы тут ничего не сделали. Свой камин потрескивается, так интересно. Так, тут больше ничего не было. Тут все Hello. Двери. Там мужик you, какой-то. Can you hear me? Так, ну, наверх нам рано. Ой, чуть не зашел. Так, сюда. Только посмотреть на пианино. No one is here. Больше ничего нет. Andrea wanted Rosie to learn how to play the piano. А, и записочка. She's been a great pianist. Мы ее прочитали уже, эту записочку, поэтому читать не будем. Там идет речь о прогулах некоего Марка. Тут большущий туалет. Не, ну хороший дом на самом деле, большой. Я вот смотрю, так, и тут мы не нашли ничего, кроме Марка, иди домой после школы. Но он, судя по всему, в школу не ходил. И кофе. Кофе. Над кофе мы видим пар. То есть тут еще он горячий, его сделали не так давно. Кружка сама вряд ли имеет подогрев. Поэтому... Поэтому делаем вывод, что тут совсем недавно кто-то был. Но они, по-моему, все испарились. Так, вот мы еще нашли дверь с цепями. Какая-то дверь. А, вот тут нас и сожрали. Мы туда не пойдем. А, эти двери позакрывались. Все, понял. И в итоге нам, ну, по-хорошему надо сюда. Но там есть еще второй этаж. А, на второй этаж пока мы не можем попасть. Там... Товарищи нас ждут. Угу. А откуда вы беретесь, если света нет? О, как все запущено. Ну, это гараж. Это гараж. Тут должно быть что-то, что поможет нам срезать эти цепи. Там ничего нет. Правильно? Или тут есть еще один шкаф? Есть еще один шкаф, но в нем тоже ничего нет.
открываем. Вот эта штука, а что это? Плоскогубцы. Да это не плоскогубцы, это болторезы. Болторез. Где вы видели плоскогубцы таких размеров? Тут больше ничего не осталось. Давайте раскидаем, посмотрим. Дэду. Поднять. И бросить. Ой, велосипед. Велосипед — это классная штука. Садимся и едем с этого городочка. Игра называется «Те, кто остались», если перевести на русский язык. Ну, судя по всему, кроме нашего главного героя, тут никто больше так и не остался. Ладно, режем болты. Других вариантов нам пока не оставляют. Так, а мы не туда пошли. Болты, болты, я не вот здесь. Ой, болты, цепи. Оп. Тут есть свет где-нибудь, включается. Там темно, я туда не пойду. Дверь открыта, это хорошо. Ой. Такого бы и я испугался. Чё? Ты чё? Не нажимается. Чё мы сюда пришли? Ничего нет. Теннисная ракетка. Постер какой-то. Ну, я здесь ничего не вижу. Oh, that's right. Ой, ну пошли. Упс. Дверей тут нет. Так, мы можем зайти сюда. Тут можно включить свет. Нет, нельзя. Это детская. Ну, свет тут не включился. Это пустая комната. Сюда нам, скорее всего, вообще не надо. Почему все летает? Ну, тут надо думать, надо идти на второй этаж. Или есть... О, аптечка. Берется, не? На некоторые вещи так сложно попасть. А выпадет из них что-нибудь. Все вверх ногами. Но в них ничего и не было. А компьютер? Где компьютер? Вот он. По-прежнему заблокирован. Не, ну я на всякий случай обхожу. Все. Я прекрасно понимаю, что нам, скорее всего, дверь пропала. Здесь была... Нет, дверь была вот здесь. Вот здесь пропал проход. Ладно. Мне просто интересно, тут запертые ящики открылись. Но там ничего нет. Нет, этот он по-прежнему заперт.
Да мы знаем, что надо туда попасть. Я прекрасно это понимаю. Мне просто интересно посмотреть, что здесь изменилось. Ну, а тут что-нибудь изменилось? Нет, тут, кстати, единственная нормальная комната, в которой ничего не перевернулось. Тут даже рояль перевернулся. Рояль, между прочим, крайне тяжелая штука. Да, знаю, что наверх, а мы идем вниз. Но ничего не могу с собой поделать. Я хочу сначала все посмотреть. И тут ничего нет. Ну вот теперь идем наверх. Но прежде чем мы туда попадем, где тут вверх-то, вот он. Мы постоим и посмотрим на вот этот мячик. Ровно 3,5 минуты.
едем дальше. В смысле, идем. Мячик рассмотрели. Симпатичный. О, картина. Ужасно. Ну да, в доме, где живет маленький ребенок, такое лучше не вешать. Так, ну тут, собственно, есть только один путь сюда. Ага. Все закрыто. Интересно, вот эта картина висит правильно. Они, кстати, все висят правильно. Все перевернулось вверх дном. Комната Марка, не входить. А мы... Ой. А мы зайдем. И чё? Чё изменилось? Все товарищи как стояли, так и стоят. Вон они. Тут тоже ничего не изменилось. Наверх мы не можем попасть. Этот ящик открылся. По-прежнему можно пройти. Ну подождите. Мы сходили наверх, но мы ничего не нашли. Ну, опять видим, что он прогуливает. То есть тут ничего не поменялось. Это была единственная нормальная комната. Но и в ней ничего не добавилось. На кухне. Записка «Иди домой». Все как было, все так и осталось. Да. Что-то я не понял. А куда же... А где выход-то из дома? Ну, то есть, мы что-то все-таки здесь пропустили. Мы все вроде обыскали. Он говорит, может, надо наверх. Мы поднялись наверх. Тут выключателей никаких нет, правильно? То есть свет вот. Вот зачем это было надо. Чтобы включить тут лампу. И тут теперь есть две двери. Это я сделал напрасно. Ой, ну не говорите, что сначала дома. Серьезно. Да. Ладно, идем читать быстро записки. Больше тут делать, в общем-то, нечего. Больше нигде ничего не было. Затем идем в гараж. Записки мы читали. No surprise. No one's here. Прогульщик. Вот, да, нам сюда. Why is this door chained? Подтыкались. No way I can open this with my bare hands. It's locked out. Поняли, что пароль нам не вскрыть. Откроем этих товарищей, откроем этих товарищей, этих товарищей. Открывай дверь. А, да, свет же, свет, 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 свет. Так, они лежат вот здесь. Это забрали. Пойдем.
Пойдем, 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 открываем вот эти двери. Идем вниз, включаем свет здесь обязательно. Эти синеглазые товарищи. Так, ну тут ничего нет, тут тоже ничего нет, тут записка, да? А нет, теннисная ракетка. Тут грязи, ну в подвалах, в принципе, часто такое бывает. Так, все, тут нигде ничего нет. Просто поднимаемся, включаем свет. И возвращаемся в наше измерение. В наше время. Я надеюсь, дальше пояснят, что это. Так, свет только включаем, не выключаем нигде. Ой, я думал, кто-то сидит. Это... Ой, ну в этом доме явно любят теннис. О, вот это тут уже на что похоже. Это похоже на КДЕ. Светлой памяти Кеннета. Жизнь твоя была благословением. Память о тебе бесценна. Любовь к тебе не выразить словами. Скучаем и скорбим безмерно. Кто-то умер. Ну, видимо, он жил в этой комнате. Тот товарищ, который... Да, кстати, комната у него была ничего так. Компьютер. Тут посиделки с друзьями. Тут кладовка, наверное, да? Нет, здесь кабинет. И здесь тоже ничего нет. Ну вот, вот, вот это нормальные картины. Здесь рабочий кабинет с вискариком. Конечно, знакомо, ты сам там. Доктор Стивен Харрис. A lot of diplomas. Доктор Стивен Харрис. A lot of diplomas. Доктор Стивен Харрис. Ну ты, понятно, Стивен Харрис. А как Стивен Харрис под столом тут пролазил? Как он садился за стол? Тут не пройти ни с одной из сторон. Или он там его запер? Слушай, дружище, да... Ты тут был явно не дурак. У этого комп разблокирован. Так, Марку сейчас тяжко. Он пытается смириться со смертью Кенни. Как и все мы. Отец не должен хоронить сына. Но что еще мы можем сделать? Он нас не слушает, не желает с нами говорить. Доктор Вобок говорит, что он становится жестоким и агрессивным. А Лизи, она пытается унять боль с помощью таблеток. Проводит дни и ночи в постели. Возможно, мне тоже стоит показаться психиатром. Тебе невозможно, тебе однозначно нужно было показаться с таким количеством бутылок-то. Так, ну мы узнали, что у них было, получается, два сына. Лизи, это, скорее всего, жена. Так, тут ничего, тут ничего. Тут заперто 100%. Нет. Смотрите-ка. Тут не заперто, но тут... А, вот свет. Зараза. Остался стоять. Доктор Вобок попросил меня написать о моих чувствах. Он сказал, что это поможет. Разве может что-то помочь справиться с потерей ребенка? У меня просто нет сил, чтобы встать с постели. Прости, Господи. У нас все еще есть Марк, но я просто потеряла радость к жизни. Хотя бы Стивен смог меня поднять. Если бы только я была такой же сильной, как он. Да где он сильный, он бухарик. А там нельзя свет включить, очень хочу. Happier times, I guess. В
Я очень хочу включить здесь свет. Но здесь стоит товарищ. Значит, мы туда не пройдем. Может, это открывается. За гардероб он должен открываться. Да чего там такой темный угол-то? Ладно, может, мы в комнате Марка найдем зажигалку или что-нибудь такое. А я хотел это... Интересно. 9.59. О, гитарка. Можно поиграть. Что? Ай-яй. Какого фига? Кто у нас тут заперто? Номер один. Урок истории был скучным, как обычно. Почему вообще мы должны учить это древнее дерьмо? Видел чудаковатую девочку сегодня. Думаю, она живет за пределами Дармонта. Вместе с мамой. Я, Дез и Хайден играли в футбол, когда заметили эту чудилу. Ну что она чудила? Нормальная девчонка. Ее зовут Анника. Серьезно, что это вообще за имя такое? Это нормальное имя, что тут? Серьезно, это что вообще... Короче, случилось нечто потрясное. Дэй закунул мяч в грязную лужу и потом бросил его в чудилу. Попал ей прямо в лицо, аж не поверилось. Чудила, рыдая, убежала прочь с грязью по всей роже. У Дэза просто отличный бросок. Надеюсь, он получит футбольную стипендию. Да ему ремня дать надо за такие. Зачем это? Нападать на детей. Дэз наказан на неделю. Вроде как он забыл закрыть ящик на кухне. Хайден помогает отцу в магазине. Это значит, что мне не с кем тусоваться. Мне было так скучно, что я решил последить за Аникой. Это и ненормальный. Она поехала на велике через лес. Похоже, она действительно живет за городом. Я скучаю по Кенни. Номер 5. Банда снова была в сборе. Я, Дэз и Хайден. Хайден нашел дохлую крысу и притащил ее в школу. Пока я отвлекал Анику, Дэз и Хайден стащили ее рюкзак и запихнули в него дохлую крысу. Да, дети бывают жестокими. Так же нельзя делать. Когда она открыла рюкзак в классе, начала визжать как соплячка. Даже разревелась. Я так смеялся, что чуть со стула не свалился. Ой, лучше бы свалился. Завтра надо сдать отчет в 20 страниц. Не знаю, с чего начать. Уф. Нас сегодня оставили после уроков за глупый пранк над чудилой. Мы с Хайденом в порядке, но вот Дэс, ему достанется от его папаши-маньяка. В любом случае, никаких видеоигр в ближайшие 10 дней. Зашибись. Дэс сегодня был каким-то странным. Уж не знаю, что его отец сделал с ним, но этот раз... Но наказание видно было суровым. Он был с длинными рукавами в такой солнечный день. Опять прятал синяки. Это все Аника виновата. Да нет, виноваты вы сами. Не надо было на нее нападать. Хайден сегодня подрался с Бобби. Бедняга Хайден не особо отличился в драке. За обедом я вывалил Анике на голову чашку риса. Все над ней смеялись. Мы самые крутые парни в школе, это точно. Я очень скучаю по Кенни. Кенни — это его брат, судя по всему. Аника постоянно катается на своем идиотском велике. Этот велик напрашивается на серьезный пранк. Ой, ну зачем так издеваться над людьми? Что она им сделала? Ничего. Скорее всего, вот она погибла и теперь мстит всем этим людям. Is this the same Annika? Mark was bullying her. Угу. Если и дверь открылась. Если сложить все пазлы воедино, получается у нас что? Haven't I seen this somewhere? Твою налево. Вы посмотрели на плакат с это, достижения дали. Не успел прочитать, что. Блин, это
так тут еще и достижение есть. Почему это первое, оно редкое? Так, найти путь через дом. Марк вместе со своими друзьями издевался над Аникой. Ну, Аника? А это где? Аника, я, конечно, за тобой последую, только ты где? Куда мне надо? Явно не туда, где этот чудик стоит. Ой. А как ты оказалась в чужом доме? Кнопка слива. Это ванна. A bit grim for toilet reading. А что там? Блин, получается, во всех странах люди входят в туалет с книжкой. Хотя вот что там делать долго с книжкой? Ну не улучшили взять книжку, сесть там в диван, укрыться теплым пледом, налить горячего чайку. Это же гораздо лучше. А летом можно вообще выйти там в сад или на балкон, ну, у кого что есть. Точно так же с книжкой, с горячим чаем вкусным. Посидеть, почитать. Это же намного интереснее, чем читать в унитазе. И самое главное, что ноги же не затекают. Кто-то где-то плачет. Ой, сопли жует. А, тут записочка где-то была. Мы ее прочитали? А, да, читали. Ну, непонятно. Ну, тут делать явно нечего. Спускаемся. Остается спуститься только вниз. Простить или осудить? Простить этих товарищей? Да и, конечно, их надо наказать. Ничего себе. А ты мне скажешь, где выход отсюда? Куда мне надо? Нет. Велосипед. Что-то про велосипед там была записка. Давайте разгребем велосипед. Ё-моё. Эть. Сюда его. Все, разгребли. Ну, то есть не сюда. На самом деле. Как его зовут? Он где-то тут, что кто-то плачет. Простить, говорит, или осудить. А, все вот по отзывам я читал, жаловались, что она сильно темная. Да, местами темная. Но в темноту-то и заходить особо не надо. Так, тут ничего взять нельзя. Но тут кто-то плачет. Интересно, это Аника или Марк?
Предположим. Идем сюда. Напугала Аника. Не делай так больше. Decide what? You're not making sense. Да я уже все решил. На очке, что ли, плачет? Что происходит? Хватит ныть, не надо было издеваться над ребенком. Нытик фигов. Что мне с ним делать-то? Простите. You can decide when you know everything. What the fuck? You want me to judge him? Найдите еще подсказки о делах Марка. Так я вроде все обыскал, тут ничего не оставалось. Andrea wanted Rosie to learn how to play the piano. She would have been a great pianist. Ну это мы читали. Найдите еще подсказки о делах. Опа. Modern art. Так, и где? Он тут ноет, да? Да, он тут ноет. А где ж их искать? Громко ноет, зараза. Так, заперто. Вот тут было. Оно так и осталось заперто. Так, это не открывалось. Есть, есть. 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 Да не плачь, малец. Сейчас мы тебя отправим в заслуженное тобой место. Не, ну посмотрим, конечно, что он еще. Конечно, можно сказать, что он... типа, все это делал из-за смерти брата. Ну, блин, это абсолютно не повод издеваться над другими людьми. Тем более над теми, кто не может дать тебе сдачи. Какой смысл в этом? Найдите подсказки еще о делах Марка. Что, в окно его кинуть, что ли? Не разбился. Я не представляю, где их искать, потому что мы все уже обыскали. Компьютеры не вскрываются. Позвонить мы никуда не можем. Тут мы уже 100 раз все посмотрели. И ничего тут не было. Эти ящики не открываются. Эти открываются, но тут ничего не лежит. А почему, собственно, я-то должен вообще его судьбу решать? Тут детская, туда мы зайти не можем. Мяч. Мяч нам ничем не поможет. Сюда мы, может, и можем зайти. Но... твою мать. Он за дверью стоял. Твою налево. Все сначала. Так, мы все обыскали, обыскали, обыскали. Так, ну не будем ходить слишком долго вокруг да около. Идем сразу. Или давайте в том порядке, в котором нам игра предлагает это сделать. You, sir,
Can you hear me? Не может он нам помочь. То есть мы, по идее, должны были идти сюда. Ну хорошо, взяли. Эть, застрял. Так, вот она эта штука. Возможно, мы пошли не в том порядке, и поэтому у нас все сломалось. А может, нам что-то еще надо найти? Свет. Включили. Прошли. Зашли сюда. Тут я это, кстати, обыскивал. Да, обыскивал. Тут ничего не было. Тут записка от Кенни. Точнее, о Кенни. Они убили Кенни, сволочи. Тут у нас что? Тут у нас кабинетик. А, нет, тут у нас ванна, в которой ничего нет. Ну, вероятно, но это потом появится. Кабинетик у нас вот здесь, правильно? Да. Кабинет у нас вот здесь, и здесь была записка. Мы ее читали, второй раз читать не будем. Ну, чувак бухает, жена у него там спит постоянно, а Марк предоставлен сам себе. Вот это здесь было. Оп. Тут ничего не было, кроме вот записочки вот здесь. Доктор Вопок. Да, это она пишет о том, что у нее ничего не получается. Ну, не получается смириться со смертью старшего, я полагаю, сына. А может, младшего, нам тут не рассказывают. Вот. Прочитали. Ну, то, что они издевались над Аникой. На плакат посмотрели. Не видел ты его нигде. И идем вниз. Иду. What are you asking here? Ой. Аника, стой. Decide what? You're not making sense. Идем в туалет. Нас тут заперли. Ага. Fuck, is that Mark? Is this hell? You want me to judge him? Ну да, они же об этом сказали в самом начале. Тут пишут о том, что Марк прогуливает. Больше тут записочек не было, правильно? Да. Это не открывается, не открывается, не открывается. Modern art. Пианино. Ну, это рояль, это не пианино. О. Там что-то было? Ничего там не было. Так. Дом мы обошли целиком и полностью. Тут написано, что он шел домой. После школы в ящиках мы все посмотрели. Там ничего не было. Он там ноет в туалете. Ну, кофе, да, как мы любим. Здесь пицца пропала. Нож мы взять не можем? Не можем. Жалко. Так. Давайте думать.
Нам нужно найти еще доказательства. То есть тут либо где-то что-то появилось, либо я все время открываю второй и третий ящик. Вот. Компьютер мы вскрыть не можем. Тут больше ловить нечего. Так, ну у меня остаются варианты идти в подвал и на второй этаж. В подвал мы входили после того, как перед тем, как нас поймали эти синеглазые товарищи. Разгребли велосипед, но это нам ничего ровным счетом не дало. Да. Может, это ее велосипед, конечно. Но пока непонятно. Мы его разгребали, там ничего не было. Тут тоже ничего нет. Здесь нас сожрали. Сюда нам не зайти, там свет не включается. Так, больше нам идти некуда. А, даже так, то есть зря я ходил искал. Следую. А ты где? Ну это комната Кенни. О! Опа. Мистеру и миссис Харрис, после нескольких сеансов с Марком я смог составить предварительный отчет о его психологическом состоянии. Прошу, помните, что это только предварительные данные. Кофеечек. Так, я рекомендую продолжить сеансы, чтобы лучше понять, что следует делать. Потребовалась всего одна беседа с ним, чтобы заключить, что у Марка была очень крепкая связь с его братом Кенни. Его смерть глубоко ранила Марка, травмировала его. Когда он говорит о времени, что они могли провести вместе, он описывает исключительно счастливые моменты. Кенни был для Марка не просто другом и приятелем, он был его примером для подражания. После смерти Кенни Марк не может назвать ни одного сколько-нибудь радостного момента. Он чувствует себя одиноким, потерянным, будто находится в вакууме, созданном потерей старшего брата. Похоже, Марк нашел новых друзей, чтобы как-то справиться с этим. Из этого немногого, что он о них рассказывает, похоже, большую часть совместного времяпрепровождения они занимаются спортом или разыгрывают других детей. Я предполагаю, что некоторые из этих розыгрышей могут быть немного жестокими. Хотя он не особо охотно говорит на эту тему. Я думаю, Марк нашел для себя способ пережить потерю Кенни. Он проецирует свою злость на других детей и заставляет их тоже страдать. Марк очень переживает и нуждается в напутствии. Я рекомендую отныне проводить по 2 сеанса еженедельно. Доктор Ворбок. Решите судьбу Марка. То есть нам надо идти в туалет. Вот объективно, да. Это, разумеется, сильно повлияло на него. Конечно, смерть близкого человека всегда влияет. Я просто ради интереса, что тут больше ничего не осталось. Но в то же время, это не дает права издеваться над другими людьми. Опять же, ты ходишь к психологу, жалуешься ему, рассказывай ему о своих переживаниях. Подружись с теми людьми, которых ты пытаешься оскорбить. Ты же не знаешь, что вы сделали девчонку изгоем. Зачем? Для чего? Показать свою власть над ней? Ну, нет у вас над ней никакой власти. Теперь вот она заставляет меня решать твою судьбу. Ну, мне надо вообще.
Опять-таки, куда смотрели родители все это время? Seems that Marky here was a sweet boy before his brother died. It was only after that he became a heartless bully who loved to see others in pain. But the fact remains that Annika is dead because of him. So now you decide. Should Mark Harris be forgiven? Or pay for his crime? Shit. I don't have a choice. Да нет, есть у нас выбор. По его вине, нам не сказали, что в чем он виноват. Он собирался устроить пранк над велосипедом, но что именно он с ним сделал? Прорвал колесо или срезал тормоза? Это две разные вещи. Простить, осудить. Давай, блин, он тоже ребенок. Тоже ребенок. Можно понять. Нет, если ты убил человека, неважно, просто ты понимал, что ты делаешь. Свою дивизию. Тут что-то все по... Что это был за звук? Мне надо бояться, бежать. Я испугался, но бежать не могу. Ну, в смысле, могу, но не хочу. Я боюсь, что мы сейчас пробежим и пропустим что-нибудь важное. Ну, двери все заперты, понятно. Ого, какое эхо. Не понял. Как мне отсюда выйти? Oh, crap! Дверь. Что здесь надо было сделать? То есть забежать не успел. То есть на нее бежать бесполезно. Все двери заперты. Аника, я тебе помог, выпускай меня отсюда. Чего я здесь застрял-то? Тут нового ничего не появляется. Может, на дверях какие-то надписи? Двери все одинаковые. Кроме вот этой и последней. Но к последней мы пройти не сможем. Ничего не понял, как здесь.
Ладно, двери дергать бесполезно. Добегаем сюда. Так, единственная лампа, которая осталась гореть здесь. Открылась дверь справа, по-моему. Я не вижу особого смысла их все дергать. Oh, crap. Да. Фух. Куда-то вышли. The police station. Huh. Maybe I can find help here. Полицейский участок, может, тут будет помощь. А где в него вход? Так, ну тут вроде безопасно. Ну, вроде. Вроде тут ничего и нету. Ну, дверь-то я увидел. Пощупать тут ничего нельзя. Так, я подозреваю, что нам надо будет осудить еще и шерифа, который не стал никого искать. Так, прошло сохранение. Да, пройти через полицейский участок. И давайте порассматриваем, что тут. Да, там темное окно. Посмотрим на огонь. Можно же смотреть на три вещи бесконечно. На огонь, на то, как работают другие, и как течет вода. Поэтому давайте посмотрим на огонь. Примерно 3-4 минуты.
Огонь рассмотрели. И идем рассматривать участок. Я так думаю. Темно. Ага, стоят. I need to get power in this room. Хорошо, восстановим. В шкафчиках ничего нет. В столе тоже нет. О, тут что-то есть. Нету. Записка. Все притворяются, будто не замечают этого, но исчезновения начались после несчастного случая с той девочкой. Кто-то или что-то забирает нас, одного за другим. Возможно, слухи были правдивы, и ее мать действительно ведьма. Этот город проклят, и это наша вина. Я ухожу. Я лучше попытаю счастье в дороге, чем останусь здесь еще хоть на минуту. Ну, бежать так-то тоже не выход. Что тут можно было взять? А, кресло. Если вас действительно прокляли, что маловероятно в реальной жизни, то никуда вы от этого проклятия не убежите. Оно будет преследовать вас до тех пор, пока вы не решите проблему. Да и вообще от проблем бежать последнее дело. Проблему нужно решать. Если что-то случилось, что-то возникло, от них не бегут. Нужно остановиться, разобраться, понять, что произошло, кто виноват, что с этим делать. Так, участок так-то не маленький. В каком порядке мы будем его обходить, пока я не придумал. Да я думаю, тут, наверное, нет особой разницы. Материалы дел, которые ты запрашивал, лежат в нижнем ящике. Все нераскрытые исчезновения с 1958 года. Офигеть. А где нижний ящик-то? В этом столе нету ничего. В этом столе вообще ящиков нет. Тут командная строка. Ага, вот и ящик. Ну, верхний нам бесполезен. Нам сказали про нижний. Но мы на всякий случай будем проверять все. А мало ли, вдруг там секретик какой-нибудь. Ну, с другой стороны, это инди-игра. Тут ни в одном из ящиков ничего нет. Это шутка такая была про нижний ящик. Или надо опять тут попереходить между измерениями? Но этот стол не открывается. Ну хорошо. Давайте тут. Тоже ничего нет. Ой. Вот они. Грегори Пинсон, 34 года. Строитель, в последний раз был замечен живым на стройке моста 21 марта 58 года. Герберт Шпиндлер, 42 года. Водитель грузовика в последний раз, видимо, был замечен живым на выходе из бара Лиоты 5 октября 58 года. Стейси Слоун, 27 лет, учительница в последний раз была замечена живой во время похода в лес 13 августа 58 года.
Эрлин Шмидт, 55 лет, безработная. Последний раз была замечена живой в собственном доме за пределами Дермонта 25 августа 1958 года. Карл Уайт, 31 год, повар, в последний раз был замечен живым на почте 2 сентября 1958 года. Несмотря на то, что очевидно связи между субъектами не было, у них есть общая черта – полицейский учет. Все от мелких преступлений до подозрения в убийстве. Некоторых этот факт навел на мысль, что все эти люди были устранены боевиками, возможно, кем-то из спецотряда. Их тела так и не были найдены. Так, строитель живым на стройке моста. Мы там были или нет, не помню. Бар, ну, возможно, закусочная. Лес, не были мы в лесу, собственно, в каком-то доме мы были. Ну, нам это особо ничем не помогает на самом деле. Пока что. Что тут так шумит? Ну, допустим. Нам это все-таки пока ничем не помогло. То есть, ну, строитель чем виноват, вообще непонятно. Учительница, наверное, виновата тем, что она эту девочку не защищала от нападок. Остальные, ну, вообще не ясно. Пока только у учительницы есть какой-то намек на то, что она была в чем-то виновата. Сандерс, привет. Ну да, тут же мы прошли игру. Теперь вот играем в эту. Тут про девочку, которую то ли убили, то ли она сама погибла. А мы тут вместо нее решаем, кому жить, кому умереть. Уже одного мальчика отправили в ад. Ад почему-то был в туалете. Какая большая локация. Я уже начинаю плутать, где мы были, где мы не были. Шкафы не открываются. What the hell? Ты кто? Опять сначала? Ладно, мы, в общем-то, знаем, куда надо. Здесь надо проверить выключатель, чтобы был повод его включить. Тут ничего не было. Тут в столе записка. Да, все притворяются, что ничего не случилось. Мы ее прочитали. Больше тут ничего не было. И мы пошли сначала туда. Ну, давайте в этот раз сначала сходим сюда. Вдруг... Why are they here when everyone else has left town? Кстати, да. До этого мы никого не видели. Ни трупов, ничего. Ну, как сказать, бедный. С одной стороны, да. А с другой стороны, он беспощадно издевался над девочкой, которая погибла. И погибла она вроде как по его вине. Там было сказано, что он... что-то сделал с ее велосипедом, и в итоге она упала там на лесопилке. Ну и, собственно, там и погибла. Поэтому мальчик виноват. Пусть сидит там в туалете, в аду. Так, все, тут ничего нет. Это что? Туалет. Не в этом туалете. Там дом был какой-то. Мы из дома перенеслись в полицейский участок. Ключ от машины. Интересно. The sprinkler should have put out the fire. Water must be cut off. Так, ну есть подозрение, что нам туда. Ну,
Восстановить подачу воды в здании. Открывайся, тут что-нибудь есть? Ничего нет. А зачем тут этот кабинет, если в нем ничего нет? Ага. Ящички. В этом ничего. В этом тоже. Третьего нет. Судя по всему, тут нигде ничего нет. Это помещение просто, лишь бы оно было. Да. Тут нигде ничего нет. Игра местами на самом деле даже жутковатая. Особенно, когда на тебя вот так внезапно кто-то нападает. Так, мы пришли оттуда. Идем сюда. Нам что нужно сделать? Ага. Там кого-то убило? Да, нам в итоге надо будет пойти туда. Через вот тот проход. Попадем еще куда-то. Вопрос, куда? Ничего не нажимается, ничего. О. А, ну кресло можно только бросить в кого-то. В полицейском управлении очень любили оси с графическим столом КДЕ. Кто-то позвонил и сразу сбросил. Ну и по болотам. Спамеры, наверное, опять. Заметил странную особенность. Если заходишь в DNS, через интернет что-то заказываешь, затем в течение недели поступают какие-то звонки, там по 3 секунды телефон звонит, по 2 секунды. То есть, грубо говоря, кидают гудок и сразу сбрасывают. Что это за фигня? Так, ну тут ничего нет. Ладно, получается, у нас остается только... Что нам остается? Идти через то помещение, где нас перед этим грохнули. А, сюда мы заходили? Ой. А, да, вон же этот лежит товарищ. Да, тут мы были, тут ничего нет. Так, ну остается только вот эта дверь. Ага. Но сначала читаем вот эту записку. Узнаем, что здесь материалы дела лежат вот в этом ящике. Вот он у нас уже открыт. Мы их прочитали. Тут рассказывается о том, что в 58-м году погибло, по-моему, 5 человек, да? Раз, два, три, четыре, да, 5 человек. Из которых... Ну, пока напрашивается вывод, что есть мотив для убийства только учительницы. Ну, убийство, я имею в виду, девочка охотится за учительницей. Но остальные вроде пока не были при делах. Про них, по крайней мере, мы ничего не знаем. Так, тут мы все вроде смотрели, тут ничего не открывалось. И нам тут надо дёру давать. Вот как... What the hell? Damn it, not again! Только куда, вопрос? Shit, shit, куда? Shit. Что тут, по кругу бегать просто? О, куда-то выбежали. Это улица.
Мы взяли ключ от какой-то машины. It's too dark. Тут должна быть где-то машина, вот она. Точно. Ага. И теперь уже не очень темно. He's probably controlled the water flow inside. That's not it. Только два должно быть повернуто. That's not it. Так, это мы... А какие два? А какие два? Ага, о. That's not it. Так, ну что-то мне подсказывает, что тут точно. That's it. Да. The water's running again. Да. А, стоп, нам не сюда. А, блин. Так, ну вот там что-то горело, значит туда. Да, тут потухло, только тут теперь света нет. Нас тут не сожрут. Давайте откроем сразу обе двери. Получилось-то. А, вот он что. Ага. Это было немножко не очевидно, но ладно. Что именно? Я ничего не увидел. Outlook Express. Какое-то письмо, в общем, там было. А что за письмо, не ясно. Это, кстати, единственный разблокированный компьютер. Мне кажется, надо ловить шрифа. И, собственно говоря, а почему, интересно, эта мать охотится за нами? Мы же им помогаем. Лоуренс Мэттис был приведен из Миддлса сегодня. Он побудет здесь, пока инспекторы не заберут его. Поосторожнее с ним. Он подозревается в двойном убийстве. Как звали? Лоуренс Мэттис. Ведь это шериф закрывал все дела. То есть он, наверное, главный злодей. Хотя кто его знает, кто его знает.
Тут вроде ничего нет. Так. Хорошо, эти ящики не открываются, то долго их изучать. Водичка еще есть. Ну что же там связано-то со смертью Аники? Может гамму изменить? Потемнее сделать, будет повидней. Ой, так ничего не видно. Ну давайте вот так. Нет, здесь все равно ничего не видно. Тут видно, ну, какие-то точки. Тогда гамму возвращаем, как была. Вот примерно вот до этого уровня. Ну, идемте в камеру, надо полагать. Свет же мы тут выключили. Так, у нас осталось там включить свет. Здесь пройдем через камеру. Ничего нет. Пройдем через камеру. Вот ту. Ну, сначала побродим, посмотрим, может, в остальных что-то есть. Свечки. Ничего нет. Ну, значит, нам... I need a key to open this. Класс. Я даже не представляю, где его можно найти. Мы вроде уже все облазили тут. Блин, ну я знаю, где на самом деле. Я понял. Я понял, где он. Okay, I should be able to go into both rooms now. Вот, вот, вот. И это там комната возле входа есть. И там, скорее всего, этот ключ. Вот здесь она. С самого начала, куда мы... Да, блин, что-то застрял. Куда мы не смогли попасть. А вот эти чудики здесь. А ну-ка, свет, давай, давай. О! Отлично. Надо полагать, ключ где-то здесь. Вопрос, где именно? Так, ну тут темно, поэтому маловероятно, что он будет здесь. Скорее всего, где-то здесь. Ты кто? Really? You must be the sheriff. Твою налево. Ключ нашли. Доказательство вины шерифа. Ну, кто его знает.
Ну, пока, я считаю, что он сделал далеко не все, что мог сделать полицейский для того, чтобы раскрыть дело. То есть, неужели он не увидел, что на велосипеде... Ну, нам не сказали, что мальчик сделал с велосипедом. Но неужели он не увидел, что там с ним что-то произошло? Да, там, если проколоты колеса, ну, она бы это увидела и не поехала. С большой долей вероятности... Они перерезали ей тормоза. Ну, Марк, который мы там заперли в туалете. И его компашка. Тут слишком темно, чтобы все обыскивать. Есть. Ну и тут вроде ничего не выбирается. Так, ну, мы здесь все обыскали, у нас остается путь в камеру. И вот она стоит здесь, нас ждет. Что ты скажешь? Да иду, иду. А куда? Куда ты делась? Ты где? Эй, эй, эй. А? Ты ведешь меня в камеру, это понятно. Ты ведешь меня в камеру, это понятно. Ой. Где? А что я ищу? Ну, я почти уверен, что шериф виноват. Тут не так уж много, куда можно сходить. Блин, опять это чудило. А можно как-нибудь без него? Только не сюда, только не сюда. Прошел мимо. Давайте, или он тут по кругу шляется. Да нет, твою налево. Чудило. Где он? Вон он. Прячемся, прячемся. Чудило. Вон оно, чудило. Я надеюсь, он нас отсюда не увидит. Оп. Тут что-то тоже есть, да? Ой, сколько тут шкафов. Кто бы знал, в каком из них. О! Дезмонд слишком сильно похож на Мэтта. У них даже улыбки совершенно одинаковые. Именно поэтому мне нужно быть строже с ним. Я не собираюсь терять еще одного сына. Я разрешил Мэтту играть с друзьями целыми днями. И к чему это его привело? Когда я смотрю, как Дезмонд днями напролет занимается всякой ерундой с этими детьми, я вижу в нем Мэтта. И теперь эта девочка Аника мертва. Дезмонд неплохой. Произошел несчастный случай. Вот что случилось? Вот что случилось. Трагический несчастный случай. Я не потерплю, и Дезмонд Дезмонда тоже. Мы должны просто забыть обо всем этом и жить дальше. Дезмонд отправился
отправится в военную школу и станет мужчиной. Раз со мной это сработало, сработает и с ним. Шериф уже потерял одного сына. То есть тут больше ничего нет. Тварь это идет сюда. А-ау. А-ау. Убежать мы не успели. Эй, как ты меня заметил вообще? Валим, 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 валим. Ага. То есть от него убежать невозможно. Что это, интересно, за чудило? Нам когда-нибудь расскажут? Чудило. Отстань. Он даже присесть не может, этот товарищ. Отлично. Чё ты пошел сюда вообще? Кто тебя сюда звал? Я надеялся, что ты в сторону пройдешь. Опять он. Где он? Его здесь нет. Твою налево, откуда ты взялся? Не было сюда нигде. Как от него из закрытых помещений уходить? Не спрячешься нигде, ничего не сделаешь. Не говорите мне, что он тут. Сюда мы зашли только за этой запиской. В шкафах ничего нет, да? Мы читали это уже. Это мы все открывали, тут ничего нет. Так, идем за той запиской сначала налево. В туалете тоже ничего нет. Так, это не все доказательства, надо думать. Так. По улице на улицу вряд ли. Так, если нам сюда все еще нужно, в то измерение, то портал будет открыт. Да, портал открыт. Значит, нам придется туда вернуться.
Но я тут больше ничего не нахожу. Валим, 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 валим. Валим, куда только валим. Оп. И назад. И назад. Сразу же назад. В тюрьму. Я не совсем понимаю, где здесь еще могут быть доказательства. Проходи прямо, проходи. Не заходи сюда. Так, не ясно. Мы там везде попали. А, это мы открывали вот эти шкафчики, наверное. Блин, куда я? А, вон та, ту дверь. Так. Так, так, так. Получается, нам попробовать поискать справа остается. Но мы тут вроде тоже все посмотрели. Там ходит. Как ты здесь оказался? Может, в этом помещении еще что-то есть? Ящики не открываются. Эти попадали. Вот. Вот. Полицейский отчет. Вчера они как Крайзью была найдена мертвой на Дорманской лесопилке. Тело обнаружили работники каменоломни. Майкл Белли и Берри Кент. Бейли и Кент нашли тело вскоре после прибытия на лесопилку. Тело Аники лежало в ручье. Рядом находился ее фиолетовый велосипед, что навело на версию о том, что девочка упала со скалы, катаясь на велосипеде по лесу. Агент Стефан Крейн и я исследовали выступ скалы и нашли несколько следов велосипедных шин, из чего следует предположение, что Крайзью была не одна. Во время осмотра велосипеда агент Крейн также заметил, что тормозной трос был перерезан, возможно, плоскогубцами. Вот, я ведь говорил, что так и было.
предпринятые действия. Мы с агентом Крейном опросили нескольких горожан, пытались выяснить, когда Анику Грейзию в последний раз видели живой. По словам очевидцев, в последний раз она была замечена, катающаяся на велосипеде вместе с тремя другими детьми. Марком Харрисом, Дезмонтом, Мэтьюзом и Хайденом Брэдли, которые... Некоторые свидетели утверждают, что Крейзию убегала от троих детей. Мы собрали все свидетельства и улики и передали шерифу. Сводка. Аника Крейзию была найдена мертвой на лесопилке. Установлено, что она упала с обрыва, катаясь на велосипеде. Возможно, пыталась убежать от группы детей. Возможно, важно учесть, что тормозной трос на велосипеде Крейзию был перерезан. Это объясняет, почему она упала, катаясь по тому же маршруту, по которому проезжала каждый день. Заметки. Это был несчастный случай. Нет необходимости продолжать сбор улик и свидетельств. Дело закрыто. Шериф Дейз Джек Мэтьюс. Шериф Сон был involved, so he closed Annika's investigation. Я говорил, что они перерезали. То есть, мы не зря. Где это? Товарищ. Ушел туда. А мы идем сюда. Быстро. Вторую записочку мы знаем. Вот он. Значит, пацана судили мы не просто так. Это еще не все? А где же тогда все? Она сказала, в этом мире. Я в этом мире больше ничего не вижу. В туалете маловероятно. Тут ничего нет. Ай-яй. Я что-то застрял и вали отсюда. Вали. Прячемся здесь. Где эта тварь у нас? Куда пошел? Здесь не пролезть. Здесь ни мебели, ничего нет. То есть тут записки. Ну, тут надо думать только выход. Давайте проверим. Да. Здесь только выход. Если мы нашли все, то портал закроется. Да, мы нашли все. Теперь осталось сходить к шерифу. Я считаю, что напрямую он не причастен к смерти девочки. Так, а где он сидит-то? А, он там сидит. Я считаю, что напрямую к смерти девочки он не причастен. Но он не наказал тех, кто... Виновен. Поэтому давайте немножко передохнем, прежде чем принять такое важное решение.
Итак, на чем мы остановились? Мы остановились на том, что шериф напрямую к преступлению не причастен. Но он приказал закрыть дело, чтобы защитить своего сына. Так, с точки зрения логики, понять его можно. Вроде как он потерял уже одного сына, второго он терять не хочет. С точки зрения морали, это абсолютно в корне неверно. Потому что необходимо выполнять свои должностные обязанности. То есть тебе общество доверило охрану правопорядка. А ты приказал своему сыну... Matthews loves order above anything else. That's probably one of the reasons that led him to the military. He wanted that same order at home, because he wanted his son to follow his footsteps. This potential crime, the death of Annika, could jeopardize all the plans he had for Desmond. He dropped the investigation out of love and fear for his son, but Annika's dead. Doesn't her mother deserve justice? You decide. Should Jack Matthews be forgiven? Or pay for his crime? I guess I must decide again. Я же говорю, с точки зрения по-человечески, я его понимаю. Он хотел спасти своего сына. Но это непростительно, учитывая, какую должность он занимает. Поэтому мы будем считать его виновным. Потому что это правильно. Человек, который воспользовался своим должностным положением, чтобы прикрыть там, пусть даже своего сына. Так быть не должно. Он не должен занимать такую должность. Он не должен быть ответственным за судьбы людей. Поэтому мы его осуждаем. Annika's mother deserved the truth, and he did everything he could to stop her from knowing what happened. Поэтому я считаю, что мы поступили правильно, отправив его, куда бы там он ни отправился. Вопрос в другом, как мы теперь отсюда выйдем? Свет включен. Ага. Тут больше ничего не осталось, правильно же? Записочка. Нет, просто... Закрытая дверь или открытая дверь. А, ну эти двери мы открывали в том мире, поэтому они все открыты. Тут мы пройти не можем, поэтому спокойненько ищем дверь, вот она, выходим. Отсюда мы выйти не сможем. А, вот и выход. Hey man, help me out. А ты где? Hey man, help me out. Что тебе надо? Ты кто? Ты откуда тут взялся? Hey. I'm glad to see you. You're the first living person I've seen in a while. Yeah, yeah. Hey, help me out, buddy. Can you check if these cops there have the keys to this car? Who are you again? I didn't get your name. I didn't tell you my name. Come on, check the cops. Do they have the car keys or not? Who are you again? I didn't get your name. I didn't tell you my name. Come on, check the cops. Do they have the car keys or not? Ты бы хоть свет включил, не видно ж ничего.
Так, туда нам ходить не. Зачем там эти товарищи стоят? Этого мы проверили. Других тут вроде нет. Ну, этого тоже проверили. Ну, кто нам остается-то? В помещении только. В помещении мы вроде все обыскали, тут никого не было. Был, точнее, один ключ, но мы его уже использовали. Да, тут мы, по идее, закончили. Опа, здесь мы не были. Мы не были, но тут ничего и нет. У этого мы забрали ключ от другой машины. И больше тут никого нет. Ну, наверное, надо снова поговорить с этим товарищем и сказать ему, что ключей нет. No, they don't have the keys. But who are you? I'm no one. Just trying to get out of here. Do you know what's happening in Dormont? I don't know. The cops brought me from Needles. When we got here, everything went to shit. These freaks with machetes and knives came out of the dark and started killing everyone who wasn't standing in the light. I'm not getting out of this car for sure. So can you help me out or not? Come on, get the car keys. If I find the keys, will you let me go with you? No way. You're not getting in this car. But, I can help you out. Oh. Get me the keys, and I'll use the headlights to clear a path for you. These cops seem to have been shot. Did you see what happened here? I don't know. I didn't see anything. And who cares anyway? They're dead, like the entire damn town. Come on! I need to get out of here! I can't find the keys. Come on, man! We have a deal! Find me some keys that work on this car. I can't find the keys. Come on, man. We have a deal. Find me some keys that work on this car. Так, ну ты преступник явно. Вопрос, где мне искать эти ключи? Лучше со светом. Так, где они могут быть? Если бы я был ключами, куда бы я их положил? Где бы я лежал? Ну, в какой-нибудь ключнице или там, где выдают машины. То есть у какого-нибудь оператора. Ящики мы все обыскивали, тут не может быть никаких ключей. Они же не могли здесь появиться сами по себе.
Так, тут их, по идее, не должно быть. Возможно, они будут здесь. Мать твою, что происходит? Окей. Допустим. Кто-то нам явно мешает. Но зачем? То есть мы оттуда пришли. Тут ничего не было и быть не может. Ха! Вот они. Подобраны спички. А это что? Подобраны ключи от машины. А спички-то нам зачем? Ну, тут нам вряд ли что-то понадобится. That man outside has a gun in the dashboard. Two police officers have been shot. They're lying dead on the ground. I need to spell it out for you. Now, you can give him the keys. Or use the matches. Looks like a gasoline canister. Где похоже на канистру с бензином? Не вижу. Я ее взял, эту канистру? Нет, не взял. Не, ну я согласен, что его тоже выпускать нельзя. Где она? Не могли ее подсветить, что ли? То есть я открыл дверь, и он сразу увидел канистру с бензином. Где? Где ты ее увидел? Я хочу использовать канистру с бензином. Где она? За дверью тут что ли? Нет, нету. Табличка. Где я? Где я? Да вот бензобак. Давайте сольем бензобак. Это просто бензин. А, нашел, вот она. He's a murderer. He shot those cops. I can't let him get away.
Дверь, 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 бежим, дверь, скорей. Скорей, скорей. Фу, прошли. Да. Пройти через почтовое отделение. Так, ну мы, скорее всего, еще будем на лесопилке. Ой. Так, сейчас я гляну, на сколько часов еще эта игра. Если немножко, то мы закончим сегодня. Если нет... если больше часа, то... На следующий раз оставим. Так, ну написано в среднем на 6 часов. Мы играем уже 4, то есть на 2 часа примерно еще. Так, ну давайте тогда продолжим в следующий раз. На сегодня на этом мы закончим. Спасибо всем, кто смотрел трансляцию. Подписывайтесь обязательно. Подписывайтесь также, переходите по ссылкам на телеграм-канал. Подписывайтесь на YouTube канал. Там, напомню, будут выходить не только по играм трансляции, точнее, там хранятся записи трансляций, но также там будут выходить записи о моих поездках и мини-путешествиях, походах выходного дня. Все, всем спасибо. На сегодня мы закончим. Сегодня трансляции по Dragon Age также не будет, потому что мы сильно задержались с трансляцией здесь. То есть мы позже начали эту игру. Соответственно, позже закончили. А у меня еще на сегодня есть некоторые дела. Всем спасибо. Всем до свидания. Приятного просмотра. До новых встреч.